Вот сегодня 20-е, я на блошином рынке. Вот, как видите, хожу вот так вот. Смотрите, здесь велосипеды есть на продажу. Вот они. И вообще, компрессор есть. Вот они, компрессор, видите, для краски. Все такое можно купить. Это, вот это есть. В общем, много чего. Сегодняшняя блошинка вот такая вот. А, красивый какой чайник. Ой, какая красота. Смотрите, ребята, это смотрите, это супер. Вот это я понимаю вещи. Вот. Ага. Я такие вещи люблю. Ага, вот. Опять кофейные наборы. Вот это, видите? Разные. Турки. Толкучки. Много чего есть. Рынок сегодня такой. Много народу, смотрите. А я, как всегда, постоянно... Галяджам, оларда чакаджам. Говорит, покажи, говорит, мои, говорит, тоже. Молодец, люди. Это сам. Потом, говорит, ваши земляки, говорит, приходят. Это, говорит, для нас хорошо. Вот, вот картины, смотрите, какие картины. Тут чего только нет. О, это Юлий Цезарь, наверное. Вот, видите. Красота и ковер вот такой вот. И раскладывает еще. Идем, мэн. Паскаля за чеком. Вот они и по этой улице, по тротуару, все разложено вот так вот. Так что много чего есть. Буду снимать самые интересные вам. Вот. В общем, рынок интересный сегодня. Книжки разные, и на русском есть, и детские книжки, и взрослые книжки. В общем, вот такой вот обзор сегодня, дорогие мои. Вот. Всех вам благ и хорошего дня, хорошего четверга. Вот. Приходите вот на рынок, все есть тут, можно купить. Блошиный рынок по четвергам работает, если, конечно, дождя нет. Вот. Всех вам благ, пока-пока.